воскресным днем всех вас поздравляю, отцы, братья, сестры. И каждый день церкви, он наполнен памятью святых, которые прославили нашего Господа, а также каждый день исполнен также чтением богодухновенным из Священного Писания, чтением, которое должно нас назидать, открывать нам не только тайны Царствия Небесного, но и пути к самосовершенствованию, восхождению духовному. И сегодня Господь рассказал притчу. Притчу о одном человеке, богатом, преуспевающем, у которого очень хороший урожай за лето появился, и он не знал, что с ним делать. То есть богатые тоже плачут, что делать с деньгами, куда их девать, какие офшоры прятать, в активы вкладывать, какие банки ложить, чтобы не пропали, чтобы сохранились. Тоже человек беспокоится, волнуется. И так и этот человек богатый. Урожай большой, а складывать некуда. Что делать? И вот человек подумал, а сломаю-ка я свои старые житницы, где хранилось зерно, построю новые, более просторные, и там все мое богатство может храниться. Я могу долго жить, пить, веселиться, да, сказать душе моей. Что он и сделал. И вот Господь этому богачу открыл. Открыл пророчество. А что такое пророчество? Это воля Божья. Пророчество, относящееся и ко всем нам. Безумный. В эту ночь душу твою стяжут от тебя. По-славянски стяжут. По-русски заберут. Но славянское слово более правильно говорит. И стяжут. То есть как бы насильно возьмут. И то, что ты здесь накопил на этой земле, кому оно останется? Пророчество, почему ко всем нам? Нам тоже придется все здесь оставить. Что мы здесь не делаем, не покупаем, не продаем. Все придется оставить. Но дальше Господь замечает одну интересную вещь. Так будет с каждым, кто не в Бога богатеет. Значит, если в Бога богатеть, можно избежать такого страшного суда, страшного пророчества над этим богачом. Да. А что означает «в Бога богатеет»? В одной притче, которая тоже сказана нашим Господом, эта притча читается перед Великим постом, говорится о том, что когда Господь придет во втором пришествии на землю, как уже судья праведный, чтобы воздать каждому по делам его, он разделит людей. Одни будут справа, другие слева. И скажет тем, кто справа: «Придите, возлюбленные мои, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира». А кто слева скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». То есть людям уготовано царство от сложения мира. Это дьяволу. И вот дальше человек на этой земле зависит от того, с кем он идет. Со Христом живет? За Христом идет? Или поступает вопреки заповедям Божьим? И скажет им, кто справа, Господь, что они благословенные, потому что алкал я, то есть хотел есть, вы накормили меня. Одели меня, когда был наг. Когда жаждал, напоили. Был в темнице, в больнице, посетили меня. Вот что значит Бога богатеть. Это когда человек помогает другим, бескорыстно. Потому что часто бывает в нашей жизни, что мы кому-то помогли, и потом требуем от этого человека взаимности. Бывает, что не получается. Тогда мы обижаемся, как же так? Ну, если мы тогда помогаем людям, чтобы они нам той же монетой отплатили, то мы просто хотим их купить. Так Царство Небесное не приобретается. Так человек Бога не богатеет. Именно тот богатеет Бога, кто бескорыстно проявляет дела милосердия. А какие здесь у нас дела? Может, мы люди не богатые, как мы можем? Но у нас же есть словарный запас какой-то. Там есть слова «простите», «дай Бог вам помощи», да, кому-либо обратиться. Даже к обидчикам, да, человек может обратиться с просьбой о прощении. И этим поставить в тупик человека, который нас обижает. Он не поймет. Но ведь каждого человека душа, хоть и потемнела от времени, от грязи, почернела от копоти греховной, но все-таки образ Божий
и совесть. Хоть и лукаво где-то, но все это осталось. Поэтому каждому человеку Господь взывает о том, чтобы мы проснулись этого греховного сна. И чтобы наши дела, милосердия, они были явлены были для других, как естественно. Потому что, когда мы начинаем что-то творить доброе, даже помолились или еще что-нибудь сделали, мы считаем, что мы что-то сделали прекрасное. Тоже, кстати, человек начинает здесь где-то гордиться, превозноситься, считая других ниже себя. А ведь Господь ищет народ особый, ревностный к добрым делам. То есть народ, который не воспринимает свою добродетельную жизнь как что-то из ряда вон выходящее, а как естественно. Это грех, это осуждение, это ненависть, это злобы и обиды, направленные против людей, бывает даже против Бога. Вот это и есть самое страшное, что может быть для человека, из-за которого люди страдают, из-за греха. Любой грех, кстати, ведет к смерти. Смерть – это значит разрушение. Итог разрушения – это когда уже душа от тела отделяется. Полный разрыв. Но Господь пришел нас исцелить от смерти, от грехов избавить, очистить. И для этого мы должны научиться в нашей земной жизни сейчас со Христом не только жить, но следовать за Ним. Не только молиться, но и исполнять те заповеди, которые Он нам заповедовал. Святой Иоанн Златоуст говорит, что не надо переживать и искать причины, бывает, бедности кого-либо, а ищи богатство, богатство Божие в милосердии. Именно этим богатством мы оправдаемся. Именно это богатство нас и спасет. Именно это сокровище хранится в Царстве Божьем, которое никто не украдет, которое и откроется явно, и прославляемое это сокровище бывает и через нас. Через наши слова, добрые поступки, добрые мысли. Но только тогда, когда человек это воспринимает как естественно. Поэтому и праведники в свое время, Господь сказал в эту притчу, что вы накормили меня, спросили у Господа: Господи, когда мы тебя видели? Когда мы тебя накормили? Когда мы тебя одели? Вы сделали это одному из ближних моих. Сделали, значит, мне. Вот это интересный момент. Оказывается, помогая кому-либо бескорыстно, мы помогаем самому Господу. Сам Господь Христос принимает эти дары, чтобы нам воздать еще большими дарованиями, еще большими почестями, еще большей славой. Кстати, грешники тоже скажут: Господи, а когда мы тебя не накормили? Только смотрите, у праведников вопрос. Господи, мы просто помогали. А грешники: Господи, если бы знали, что тебе, что это ты, мы бы точно помогли, а так мы не сообразили этому. Как бы одинаково, но какой разный смысл вкладывается людьми в эти особые назидательные слова притчи нашего Господа. Так и здесь Господь призывает нас в Бога богатеть. И любая наша молитва, обращенная к Господу о прощении грехов, любая наша молитва, обращенная за других людей, и, конечно, молитва, надеясь, когда мы совершаем какие-либо и дела, это может быть и поклоны, это может быть и пост, опять же, по мере сил, как здоровье позволяет. Господь не требует от нас чего-то сверхъестественного. Он говорит, что мы все это можем исполнить, и Он нам помогает все исполнить. И апостол Павел пишет, интересный момент, что заповеди Божии не тяжки. Наоборот, когда человек начинает жить по заповедям Божьим, ему становится легче, ему становится лучше. Он приобретает тот мир, который потерял. Потому что все мы вот тут переживаем, все, что, куда. А не надо переживать. Все Господь устроит. Если мы начнем устраивать нашу жизнь, с кем? С Господом. Будем молиться, чтобы Он даровал, когда человек проснулся, даровал нам этот дневной отрезок времени для добрых дел, сохранил нас. Ложимся спать, тоже вспоминаем Господа, благодарим Его. И просим, чтобы Он сохранил нас в этой ночи. То есть человек, живя со Христом, он полностью ему доверяет. И в этом и открывается понимание всей жизни, как воли Божьей. Тогда Христос нашу жизнь и устрояет, как полезно для нас, как лучше для нас. Чтобы мы приобрели самое главное – богатство небесное.
это Царство Божие, которое уготовано для всех нас, чтобы мы не потеряли это Царство, которое начинается приобретать, по крупицам собираться здесь, на земле, именно в наших сердцах. Именно здесь мы должны, живя со Христом, следовать за Ним, исполняя Его заповеди. А это значит Бога богатеть, то есть в каждом человеке, в любом, видеть Христа, которым Он является. И Христос каждое доброе дело воспринимает как для себя. И воздаст человеку, говорят святые отцы, не только в том веке. Он уже в этом веке, в земной жизни нашей, тоже поддерживает этих людей, которые поддерживают других. Поэтому недаром в Ветхом Завете, Господь, обращаясь к народу, говорил, если ты забыл сноп, да, колосьев, которые на поле, не возвращайся забрать, оставь пришельцу, страннику, вдове, сироте. И тогда Господь, говорит Господь, я благословлю тебя во все дни твои. И когда масляный, да, собираешь, или виноград, все не забирай. Поэтому недаром Господь, заботясь о сиротах, вдовицах, пришельцах, Он и повелевал еще в древнем Ветхом Завете о том, чтобы люди какую-то часть уделяли и на храм Божий, чтобы этим и весь урожай, и все остальное благословлялось и освящалось для того человека, который маленькую часть доли чего-либо уделил для помощи, уделил для блага, для добра. Поэтому будем стараться в Бога богатеть, и Господь, даже уделяя, если мы уделяя и доброе слово, и прощение, и, может, какую-то материальную помощь, Господь благословит больше всех нас. Сто крат. Он сам про это говорит. И Он говорит о том, что Он готовил для таких людей такие невиданные блага, которых не слышало ухо. Не приходило на разум человеку, что приготовил Бог любящим его. А любящим его – это именно те люди, которые возлюбили Бога, ближних. А ближние – это все люди. Ведь Господь пришел умереть не за какой-то один народ, а за всех людей, за все человечество. И всем Он дает спасение. Главное, чтобы мы сумели в нашей жизни не только принять этого спасения, Слово Божье, но принести плоды нашей жизни, по которой мы будем и судимы. Аминь. Храни вас всех Господь, ангела, хранитель на предстоящий путь. Поздравляю тех, кто носит имя Александр. Да, сегодня день Александра Невского, благоверного князя, который прославился тем, что разбил в свое время и шведов, которые пытались напасть на Русь, и тевтонских орденов крестоносцев. Кстати, крестоносцы – это же были монахи, знаете, католические, которые решили воспользоваться слабостью Руси из-за нашествия монгол-татар, чтобы поработить. И почему церковь прославляет Александра Невского? Потому что он сохранил веру православную. Веру истину, веру правильную. И, ну, конечно, кому много дано, с того больше спросится. Поэтому дай нам Бог тоже нашу веру сохранить, не потерять ее. А только тогда нам предстоит вера, когда мы тоже начинаем жить верою. Верою в Бога, верою в промысл Божий, в добрый. И по вере поступаем. Милосердие. По вере живем во всей нашей жизни. Аминь. Всех благ храни Господь, и причастники и постом причащения высшим благодарственной молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!